Урожай уверенно начал текущее первенство, допустив лишь одну осечку в поединке с земляками из Краснодара 3. В данный момент урожай и Чайка делят первое место в турнирной таблице по набранным очкам. И лишь за счет лучшей разницы мячей впереди наша команда. В команде «Урожай» есть опытные ребята, футболисты. Влад Сысуев, который у нас играл, тот же Калмыков, Бенц, защитник. Ну, в каждой линии есть по опытному футболисту. Быстренькие фланги. Но в целом обученная команда, организованная. Поэтому все-таки такой соперник не просто так идет, а назря в ноздрю за нами. То есть... Хорошая команда. В конце августа руководство футбольного клуба «Урожай» собрало пресс-конференцию, на которой представило нового спортивного директора. Николай Писарев без предисловий и оговорок заявил, что именно в текущем сезоне команда обязана решить задачу повышения в классе. На данный момент мы говорим, что проект «Урожай» амбициозный. В этом году поставлена задача, в этом сезоне поставлена задача выйти в ФНЛ. Ну, тяжело только игра ответить на этот вопрос. Мы, соответственно, настраиваемся на победу. Ни одна команда не имеет права на осечку, поэтому фаворит, ну, покажет игра. Несмотря на лидирующее положение, очки «Урожаю» даются с немалым трудом. Например, в двух последних матчах краснодарцы вырывали победы лишь под самый занавес. С другой стороны, наставник команды Евгений Калешин немалое внимание уделяет обороне, взломать которую будет непросто. Наверное, будет подстраиваться под соперника. Ну, посмотрим, может, сыграем в два нападающих, будем смотреть по ходу игры, перестраиваться. В настоящий момент в активе «Урожая» шестиматчевая победная серия. Серия «Чайки» на одну викторию больше. Чьи же аргументы окажутся более весомыми в центральном матче тура? Да, ожидаю бескомпромиссной борьбы, потому что соперник один из лидеров наравне с нами, можно сказать. Игра поэтому будет тяжелая, это 100%. А факторы, ну, я думаю, здесь у кого желание больше будет, тот и выиграет. Потому что в игре равных соперников зачастую решает именно этот фактор. У кого желание больше, рвения. Поэтому, я думаю, однозначно этот фактор решит. 30 сентября «Чайка» и «Урожай» начнут свой поединок в Песчинокопском в 18 часов.